Всем привет! Всем привет! Мы продолжаем играть в игру Merch Matters. Соедини все, что имеет значение. Давай, крути. Ой, как. Есть! И 50 энергии, супер! Так, а теперь я. Потому что сейчас мне выпадет джекпот. И наконец-таки джекпот! 50 монеток. Ладно, ладно. Ну что ж, мы кое-что собрали. А именно, посмотрите. Мы собрали пипидастер из тряпочек, да? Номер один. И постелим коврик. Давайте постелим коврик на втором этаже. И нам коробку подарок дали. Собрала? Да. Нет, не собрала, я не собирала. Теперь моим ножкам будет тепло. Но на балконе пока как-то пустовато. Добавлю-ка я декора. И что же он хочет на декор? О, смотри, у нас такие плоскогубцы уже есть, которые получаются из молоточков, да? А вот такие вот... Это легко. Да, вот такие вот доски мы можем быстренько получить из бревен, да? Окей, давай посмотрим, что мы еще можем сделать. Заменить пол на веранде. Давайте. Часть один. Это еще только часть один. Вот оно в чем дело. И еще нам нужно будет вот это такой легко. Ролик. А банка с краской у нас хорошо, что есть, между прочим. А она бонусом выпадает. Вот эта краска выпадает бонусом из инструментов. Это хорошо. Ролик мы тоже быстро сделаем. Так, что мы там еще могли сделать? Третье. Поставить цветок около окна. Тут нам надо было кадушечку и цветочек сделать, да? Это было не быстро, но мы... Ой, ты посмотри, какой тут цветок красивый у окна. Японцы придумали хорошее словосочетание «ваби-саби». Это означает «красота в простоте». На этот цветок можно любоваться вечно, сочиняя хайку. Знаешь, такое хайка? Нет. Японский стих такой короткий. И здесь нам нужны тоже опять-таки плоскогубцы. Может быть, досок? Сейчас соберем вот древесину. Ой, хорошо не нажалось. Вот так, так, и вот так, вот. И соберем. Нам нужна где-нибудь такая древесина? Нет, нам нужны как раз отсюда доски. Стул, вот эта лопаточка, сейчас мы ее соединим, еще стульчик и такой. Так, подожди, у нас где-то такой диван, диван у нас один такой был, это второй. Сейчас нам надо же древесину из него получить, придется нажать еще раз. Вот, есть, вот эти плоскогубцы мы получили. Итак, давайте украсим стены. Это мы стены украсили? На столике будет отлично смотреться ваза со свежими цветами. Эх, пора бы уж завести собственный садик. Опять цветочек нам нужен. И пульверизатор, да? Цветочек и пульверизатор. Идем ролик. Сейчас, подожди-ка. Цветочек. Я вот возьму сразу семечки, потому что они потом прорастают, да? Ну, не то, что прорастают, а появляются через какое-то время. Так. Коробку надо взять. О, у нас целых две коробки. Одна энергетическая и вторая тоже. Ну, посмотрим, что в этих коробках. Что ты хотел сказать сейчас? Ролик хотел сделать, да? А ролик у нас из отверток делается, это да? Это шестой уровень. Это отсюда? Нет. Отсюда? Да. Так, а что здесь у нас? Может, здесь отвертки? Нет, вот здесь как раз-таки не отвертки. А здесь салфетки. Будем знать. Так, такие важные ремни. Так, как раз тачку мы скоро отдадим, и у нас опять ремни не будет. Так что это хорошо, что ремни выпадают. Так, сейчас ролик сделаем. Ты уверен, что ролик отсюда? Точно? Точно. Так. Кисточка. Это кисточка фри. Берем, да? Вот так вот. И соединяем их. Бабах! И получили ролик. Получили ролик. Заменить пол на веранде. Вторая часть.
Энергобокс дали. Энергобокс дали, отлично. Потрясающе! На этом полу можно устраивать чемпионат по чечетке. Кстати, о соседях. Кэти, ты не видела у нас в саду... Это можно выполнить. Странного паренька. Будь осторожна, мало ли что. Какого паренька? Сейчас посмотрим. Спроси дедули о странном парне. Будем отдавать? Да. Да? Ну, хорошо. Мы только собрала. А что за парня ты имел в виду в саду, дедуля? Да ходит тут один, в кустах прячется. Может вызвать полицию? Это он имеет в виду собачку. Видела? Думаешь, он настолько опасен? Все-таки я попробую сначала с ним поговорить. Так, и что тут нам надо? О, каска у нас есть? Ну, нам надо супер диван 8-го уровня. Ну, ты подумай. Мы еще не собрали, у нас еще один диван требуется. Нам косточку надо из дивана, правда, Артур? А тут еще, говорит, диван. Так, ну что у нас тут? Энергобокс, да, идет. Сейчас я покажу, что мне удалось сделать. Мне удалось получить вот этот инструмент, да, из тачечек. Да, кажется, здесь уже завелся анобиум пунктатиум. Пунктатум. Что ж это такое? А попросту жук мебельный точильщик. На кухне наконец-таки мы убрали мебель. И что мы еще можем сделать? И украсить комнату. Дневник. Дневник. О, давай посмотрим дневник точно. Так, листать все время придется. Так. Вихрь в саду. Незваный гость. Дедуля предупредил меня, чтобы я была осторожна в саду. Он снова видел странного парня. Попробую поймать незнакомца и для начала поговорить. Так это было не про собачку, а про парня. Интересно. Ну-ка, ну-ка. Так, где наши дела? Еще мы можем украсить комнату. Пульверизатор, цветочки, наконец-таки. Наверху на втором этаже. Ой, какая красота. Какой аромат. Никакие духи не сравнятся с запахом цветов. Так, и что же от нас опять снова хотят? От нас хотят опять такую же собрать. Посмотри, мы только что собирали. Только 9-го уровня был инструмент, да? А теперь 8-го уровня затверток. И цветок опять надо собирать. И еще нам нужно собрать щетку. Ножницы у нас есть из вот этих вот кофейных аппаратов. Резиночки выкидывает. Недавно только собрала. А щетку это из тряпочек. Может, это из лопаток? Из лопаток? Да. Вот лопаточка такая. Ножницы у меня есть. Так, что будем тогда получать сейчас? Мыло. Мыло. Щетку ты имеешь в виду из мыла? Щетку, да? Ну, давай, потому что цветы нам надо еще делать будет, да? Из тряпочек. Хорошо, давай сначала цветочек вот сделаем. Так, так, где еще вот одна леечка? Так, вот, потихонечку будем начинать цветок создавать. И давай, поехали тогда из тряпочек, как ты говоришь. Так, я кое-что собрала. Я наконец-таки собрала вот эту щетку, которая из тряпочек делается. Мы с тобой вместе ее, помнишь, собирали? Ножнички, это бонус идет из стаканчиков, да? И я собрала их. Это разобрать коробки с вином. Давай выполним. На кухне разберем коробки. Мы тебе подарок дали, ты подарок забрала? Нет, не забирала. О, Шато Марго 85-го года. Тот случай, когда непонятно, это еще вино или это уже семейная реликвия. Ага, так, что-то там новенькое надо будет. Вот такой нож. Респиратор у нас есть, а такой нож можно из отверток получить, да? Ну что? Сейчас посмотрим дальше, я тебе кое-что покажу. Да. Мне наконец-таки удалось... Давай, вот ты хотела их объединить? Давай, только их тогда долго, надо бы 25 минут открывать. Да, нажимай, да, да, да. Пускай будет. Теперь... Я хотела взять еще и повысить уровень, да? Вот, мы сейчас, смотри, возьмем, у нас 999, одного не хватает. Мы могли вот это взять, ну, она посчитается, видишь, дальше. Повысить и получим еще подарки. Следующий уровень
18 у нас теперь, и 1100 надо будет, 1100 для 19 уровня, да, надо будет собрать. Так, у нас вот такие подарочки, энергетический бокс, свинка. Так, теперь я наконец-таки сделала вот такой диванчик последнего уровня. Вот я за него получу еще монетки. Из него можно произвести косточку. Вот мне интересно, давай один раз нажмем, потому что косточка нам нужна. О, диван развалился. Я думала, что мы его сохраним. Оказывается, он сразу разваливается, когда получается косточка. Ну что ж, давай, нам мы косточку очень давно хотели сделать. Правда, это поймать пса. Это поймать надо. Так. Ну-ка, ну-ка. Пёс, ко мне. Корги. Ох! Наконец-таки она смогла поймать собачку. Может быть, у нас это в дневнике отразится? А вот, ты понимаешь команды, значит, ты домашний. Как же тебя называть? Оп. О, мы можем, смотри, это сделать. Так, подожди, ты здесь. Землетрясение. Ой, вот такой вот предмет мы добыли как раз-таки, опять же, из этих вот резиночек. Это из стаканчиков. Ой, смотри, здесь 15 можно. Нет, нельзя получить еще. Землетрясение. Что же за землетрясение? Ой! О! Точно землетрясение. Что это было? Ой! Земля уходит из-под ног. Что это? Землетрясение. У меня даже телефон трясся. Чувствую себя новичком-серфером. Пойду-ка я лучше в дом. Еще и ветер поднялся. И спрошу у дедули, видел ли он что-нибудь когда-нибудь такое. Ого! Точно землетрясение. Зачем мы его вызывали? Это землетрясение. Так, сейчас. О, в дневнике появилось точно что-то. Как это листать до конца? Так. Вот, собачка у нас была. Вот, вихрь в саду. Это не это. Это не это. Вот, незваный гость. Землетрясение. В Гарденсвилле произошло землетрясение. Никто не пострадал. Но в сад ураганом принесло много мусора и веток. Теперь понимаю, что значит трястись от негодования. Трястись от негодования. Вот так и в дневнике записали. И какое у нас дело? Опять собирать диван. И надо опять собрать цветочки. И смотри, мелки и обои надо собрать. Обои. Спросить у дедули про землетрясение. Ну что ж. Давай объединим энергетические вот боксы, мы их ни разу не объединяем. Они не объединяются, да? Они не объединяются. Ох, это не максимум. Это максимальный уровень. Тогда сейчас я соберу стаканчики, чтобы они тут не мешали мне. И вот эти семечки соберу, чтобы они нам тут не мешались. И давай тогда мы энергию получим. У нас два ящика есть. И две свинки, смотри. Опа. Давай тогда соберем. Свинки объединяем. Ой. Мама, да. Не бери сумку, вот мы еще дальше идем, а дальше еще есть уровень, кроме второго? Да, я думаю, что есть, это четвертый уровень, верни. Сейчас посмотрим. Дальше еще есть. Еще вот один есть. Давай будем копить еще две копилочки, объединим, где получим золотые копилочки. Ну, как давай, тебе попробуем. Давай еще не будем открывать, как тебе идея. Ну, давай попробуем. Ой, надеюсь, она хватит оранжевого. Чуть-чуть не хватает одной. А это сколько у нас? 90, да? Так. Так. Что мы можем? Диван опять начинать собирать. Ну, это ж надо же, а? Какое невезение. Я думала, что диванчик. Так, а у нас есть мелки. Вот такие. Вот, давай из отверток соберем. Давай. Вот это, да? Давай. Да. Да. Давай мы соберем. Только надо место. Спасибо. Вот. Так, а где у нас такой ролик нужен? А, ежедневное задание просто. Так, готово. Респиратор у нас был уже сделан. Да. Выбросить старый шкаф с посудой. На кухне, наверное, точно. О, еще одна копилка. И мы можем... И тогда у нас... Да, будет еще одна копилка. Тогда мы сможем сделать завтрак. Лихо у тебя получается, Кэти.
Помню, как эти шкафчики я собирал с моим отцом. Дедуля, давай вместе соберем новые шкафы. Отличная мысль. Я достану инструмент, а ты подумай над отделкой. О, можно, я отделяю Елена. Да, это шляпа. У нас такая шапка есть, каска такая есть. Из чего мы каску этого делали? Ты не помнишь? В перчатках. Да, это из перчаток, которые мы сейчас, да, тоже собирали в респиратор, да? Из этих вот тоже, да, выбросить подвесной шкаф. Вау! Ну вот, старый шкафчик выбросили. Фух, дедуля, как вы справлялись с ремонтом раньше? О, мы приглашали в гости всех родственников. И они с радостью соглашались двигать мебель. А что им оставалось делать? Самолет отсюда летал только раз в неделю. А дальше у нас коробки. Нам нужно вот такое, вот такое средство. Это все из тряпочек делается, правда? А ты за рекламу можешь взять еще одну свинку? За рекламку. Чтобы, а ты хочешь свинок объединить? Я сегодня уже брала свинку. Не точно. Точно тебе говорю. Вот, смотри. О, смотри, нет в наличии. Видишь, написано? Нет в наличии свинки. Нет. Да, пока мы не можем. Вот она. Есть же. И диванчик придется отдать, кресло. Давай. Откровенный разговор с тетей. Ну, наконец-таки. Давайте пойдем поговорим. Тетя, а разве тебя никто не ждет в городе? Конечно, ждут клиенты, подчиненные. А друзья? Я давно отказалась от ненужных контактов. Они пожирают время. А мое время стоит дорого. Вот поговорили серьезно. Так долго собирали и вот поговорили. Что еще нам теперь нужно? Так, ножнички. Опять щетка нужна такая. Ну что мы будем зарабатывать, скажи мне? Пойдем, может быть, эту щетку зарабатывать? Нам как раз нужно... Сейчас тебе покажу, что нам нужно. Вот, максимум мы собрали. Вот, точилка. Вот этот нам не дадут. Не дадут так просто. У нас треугольничек. А вот это тоже мы можем расколоть, да? Вот эту вот. Покажи-ка. А нет, это уже четвертый уровень. Это не надо такую раскалывать. Это вот эту можно расколоть тогда, получить. Давай. Только не надо, мы сейчас ее соберем. А скребок надо собирать. Не скребок соберем. Давай. Кажется, что у нас получится. Давай, соберем скребок. Из одной, ну. Ну, давай попробуем. Думаешь, получится на скребок собрать из одной? Ладно, на сегодня, наверное, все. Всем пока-пока.